Спасибо. Похлопали, похлопали, отлично больше. Ну ладно, немножко расстроился боец. Приглашаем очередных бойцов-соперников ринга. Это Олег Кондаков и его соперник Сергей Зинкин. Аплодисменты бойцам. Спорт вроде чем, единоборствами или бегом? Ремень это сними кожаный. Ты что там? Нормально. 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 Голова, бляха, голова. Там тоже достает смотри из кармана что-то. Да, а это у нас пауэрлифтер. Мелочь. Кассет. Пауэрлифтер рубился с поваром на прошлом турнире. Где Саня? Саня, разряженная батарейка GBC. Что, Саня, нормально, не нормально, нормально не потеряю. Давай, прыгай в тот. Это тот повар, который... Слушай, погоди, может, говоришь, что? Шнурок какой-нибудь, может? Да что, у него сейчас штаны сбадут, блин, что тут? А почему ты вот шорты один? Бандаж, ну, у нас такая атмосфера казарменной драки. Конечно, армейские заветы у него. Пауэрлифтер, ты второй раз выступаешь, правильно? Ты дрался с поваром, который пришел с сестрой. Долгий, тяжелый бой был. Ну, не, он его не вырвал, повар ушел живой, да? Нормально. Какие у тебя впечатления, чувак? Ты второй раз на наших боях. Ты не насладился прошлым боем, как я понял, да? Тебе захотелось продолжение. Да он до речи потерял, может только показывать, что все клево. Соперник у тебя настоящий натуральный бичок убийца, как ты видишь. Так что здесь будет баш на баш, я чувствую. Ну что, бойцы на середину? Помним про правила, работаем активно, деремся честно, слушаем мои команды. Это стрелка времени, не обсули, нет, поэтому все зависит от вас. Пожали руки. По углам. Ну что, дерутся крепкие парни, зрители готовы к этому? Боец готов! Боец готов! Бой! Эти удары как кувалды. А готовится у нас Иванько по кличке Тренер и Трофимов по кличке Трофим. Незамысловато. Руки выше, руки! Затылок снимай! Аплодисменты военному не добиваем! Руки подними, подними! Работаем, работаем, бойцы! Руки подними! Выше руки держи! Давай, давай, держи! Четыре удара! Отличный взлет, стойки наблюдаем, никакой борьбы! До борьбы по пауэрлифтеру хватило в прошлый раз. Ее там и не было даже. Руки по пауэрлифтеру. Боковой! Еще! Лифтер, боковой! Еще! Пацаны, из руки дерете. Боковой заряди. Нормально. Смотри, давайте деремся. Посмотрели правильно. Прицелились. Давай, давай. А все, солдат все понял. Очень спокойный боец. Пиксельных штанах. Аплодисменты, аплодисменты! Представь самого злого, этого самого дебили там кто вас, там дедовщину самую, злобную. Да вот самая злобная дедовщина, я уже видел. Аккуратней по бубенчикам. Не торопясь, да. Давайте походим по кругу. Активнее, активнее, бойцы. Ходили вокруг герцога. Иначе бой будет признан несостоявшимся. А теперь станцевали. Живот пробей. Солдаты бесполезно живот бить. Парни, это стрелка, здесь надо драться. Буковой, буковой, лифтер, буковой! Вот она, вот она! Стоп! Врач! Этот лазом, он лазом рассмотрел на его глазах продолжение боя. Даже? Нормально? Или продолжение боя не рассмотрел? Подумал. Центр! И решил продолжить. Бой! Аплодисменты бойцам! Лови в следующий раз его в голову, когда он полетит. Ой, Камей, набраться прям, набраться. Армрестлер, это второй шаг. Лови, ловите его там.
Не слови, стой, сказали. Все, стоп! Ты что, заснул? Сейчас, стоп! Дай поаплодируем, дамы и господа! Правая колено отцепила своего врага! Войти на середину! И двух врачей мы не смогли. Победитель! Иди, дружище, покажи кровь свою нашему врачу. У тебя там кишечка уже потекла. Иди, давай, я буду подмотать. Давай, я. Ты у нас, я смотрю, с ударочками сюрпризами, правильно? Это вас в казарме учили или что? Колено в голову с прыжка. Расскажи прикол. Слушай, она у вас у всех засекречена, а на выходе мы вот видим, вот такие переломанные головы. Давай, расскажи. Секречная информация. Скажи, это стрелка! Это она, что ты приехал, готовь засекреченную информацию, или что? Приехалась дальше. Испытать себя. То есть мы на табличке имени и фамилии напишем без имени и без фамилии. Засекреченная информация. Засекреченная информация. И вся страна будет тебя обойти, но ты будешь засекречен. Потом тут у тебя подарок, а ты на второй молодец. Одевайся только правильно в галине. Аплодисменты победителю! Засекреченная информация, понимаешь? Тебе надо просто считать. Я понимаю, что я правильно сделал, что ты бандитом развил. Я на самом деле готовил эту футболку для этой новой коллекции. Для шефа, как видите, да? Шеф-повар, да, видите, да? Вот. Ну, к сожалению, как бы шеф-поворот у нас тут не оказалось. Но вот теперь ты повар наш шеф будешь, тут уже как бы погремуха прилипла. Держи, шеф. Спасибо. Ты чего, иди, Грего? Кровавое лицо, подходи, пару слов. Или не хочешь, на камеру столько крови, я боюсь, нас телевизор выключит сразу. Да наоборот, будут все смотреть. Иди, покажись. Что там смотреть? Счет под глазом, разбитые сечки, иди сюда. И говори, ты можешь, нет вообще? Пару слов попьешь, вот камера. Ну, когда у нас все так в жизни, лицо разбито, на улице и дома. Всем спасибо организаторам. Пар выпустил, да? Как тебе, Павел? Сейчас отпущу. Соперник серьезный. Скорее всего. Да нет, там посмотрим. Не завязывай, приходи к нам в Кубро, там тренировать тебя подтяну, пока 67 на стрелке. А главное, Баван, как в казарме, будет орать на тебя каждый день. Давай! То есть ты будешь работать, как топная лошадь. Аплодисменты, друзья! Покажи себе врачу обратно. Ты берешь его к себе или что? Иди обратно. Она ему поможет, да. Приложи лучше. Подорожник! Подарок, салфетка, чтобы домой доехать, как говорится, живым. Что там? Тяжи. Опа, Гена. Да. Тренер, личный охранник фитнес-инструктора. Да.